И мы в Пьер. О, муж бежит, проголодался. Ну, конечно, мы сюда куда же. Во-первых, я вам покажу сразу витрину. Как и летом тогда, но подписчиков много. Во-первых, посмотрите, как здесь красиво. Ой, какие собачки. Вот здесь, в общем, выбор, конечно. И сразу цены, я вам цены скажу. Пирожные евро 50, торта кусочек 6 евро, тирамису 4,50, карамельный какой-то 5, да, на Наполеон 4,50, эклеры 3 и конфеты на развес. Это поистине французская кондитерская. Тере. Так, вот, и давайте туда. Ага. Так, и здесь мы выберем столик сами. Ну, Кристина, выбирай, где тебе нравится. Сюда. Какой ты хочешь? Вот тот. Ага, пошли вот туда. Угу. Ага, вот это наш столик будет. Ага. Это кафе очень не собрали как животным. То есть сюда можно с животными. И собачки вот сейчас принесли сразу большую миску свежей воды. Вот так вот. Так, а мы с вами посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, так, Кристина, это тебе. Это мне, это тебе. Так, что мы здесь с вами имеем? В принципе, мы с вами тут были. Десерты вот такие, пирожные по 7,50, чизкейк 6, с малиной тоже 6 кусочки торта. Горячий шоколад с горячим шоколадом Юсту Кок с мороженым 7,5. Это все трюфели от 2 до 3,5 евро. Еще здесь очень вкусный вот это вот мороженое. Но сейчас, поскольку зима, мороженое не очень хочется, а так вообще здесь очень вкусные вот эти вещи. А, вот уже знакомый мне стратичелло. Чителло. Ой, я так не выговорю. Это с кусочками шоколада. Да, мне уже наши зрительницы все рассказали. В общем, такие вот все возможные здесь. Название красивое, а написали просто шоколад. Да, и очень вкусно, кстати, здесь. Я люблю, когда замороженные кусочки шоколада. Ну, и здесь есть эстонская национальная кухня. Здесь эстонский карбонат с клюква с яблоком, с соусом из грибов, с соленым огурчиком, с кислым огурчиком и с домашней картошечкой. Это вот классическое такое эстонское. Она просто 19 евро, но я как бы сама просто не хочу сейчас это. А по сути это вот эстонское национальное. Обычно очень редко, когда это бывает. Супы по 8. Какой-то паста. Какая-то по 14, по 12. Вот, и здесь всякое. Эспрессо 2 евро, что ли, по 3. Угу. Салаты по 8. Цезарь 8. Господи, что еще надо? Какой-то салат с копченым лососем 14 евро. Теплый с куриным филе салат тоже 12 евро. Вот, всякие. Тут еще что-то есть до 4 часов только. И блинчики, к сожалению, тоже только до 4. Blue, yellow.
And then it's the same thought. Еще здесь есть теплый салат пьер с хрустящей салакой. Это тоже эстонское блюдо. Сделали заказ. Салат будем есть специально по рецепту пьер Цезарь. Еще я хотела вам показать, здесь есть ресторан, прям совсем ресторан. Ресторан. Потому что сейчас еще не совсем в ресторане. Вот смотрите, как здесь красиво. Здесь вообще невероятно красиво. Здесь уже для торжеств. Здесь отдельно, видимо, обслуживают. Потому что там, где сидим мы, там как-то не так. Может, можно было и здесь? Этого я не знаю. Здесь гардероб специальный. Может, можно было и здесь? Что-то я как-то про это не подумала. Но все в основном там. Очень просто. Из-за интерьера я готова сюда ходить. Так, еще я вам что хотела здесь показать. А, туалет в прошлый раз я еще вам показывала. А, евро стал. Туалет стал евро. А, и вот так вот он выглядит. Но кто был со мной в прошлый раз, то вы знаете, вот для новеньких. Для новеньких вот так покажу. Черным, красным. Что-то на шикарном, на богатом. И они очень хорошо относятся к животным, а собачки вот сразу пустили в ресторан. А с собакой обычно это нигде нельзя, в магазины нельзя. Но разве это не прекрасно? Ой, как здесь уютно. Очень уютно. Ну что, зайчики, ждете? Ждете заказ? Кристине принесли сок апельсиновый. Мне принесли капучино. Ой, муж любит капучино, а я люблю латте. Это же молоко. Да, молоко. Латте – это молоко. Когда ой, да ну когда, тебя. Когда мы заказали латте в Милане, нам принесли голое молоко. Молоко. Да. Потому что когда ты заказываешь латте в Италии, латте – это по-итальянски молоко. Они тебе приносят молоко. Да, да. Салат это. И мы будем с вами кушать сейчас салат. Угу, айта? Я, айта. Вот, и салат этот называется, их как бы фирменный, по фирменному рецепту, Пьер Цезарь салат, а у тебя здесь света больше, да, Пьер Цезарь салат мы взяли с курицей, можно было еще брать с лососем, но с лососем как-то мне всегда нравится хуже. Ну, в общем, вот такое здесь подача. Это нам вот каждому по салатику. И нам принесли десерт. Салат был прекрасный, очень много зелени. Так, как бы вам бы к свету, потому что здесь так все темно, здесь так все романтично, что каждый раз я не могу вам показать ничего. В общем, это вот такой десерт. Какие лампы, все какие лампы. Да, какие лампы. Значит, этот десерт называется «Дух тарту», «Тартусовый». Это очень вкусно. Это мороженое тут и настоящее сырое малиновое варенье это. И вафельные, в общем, здесь. И шоколадные трубочки. В общем, это так прекрасно. Это очень вкусно. Десерт был изумительный. Здесь очень-очень все вкусно. И вкусно, и красиво. Просто посидеть в красивой атмосфере. И мы очень довольны. Ну, а сейчас уже совершенно поздний вечер. Кристина завтра в школу. Поэтому... Счет принесли, пока я с вами разговаривала, 61 евро 50 центов. Вася, мы сейчас съели один пододеяльник и две наволочки. Это для зрителей, которые считают так. Про однотипные кафешки, и, кстати. 40 килограмм картошки. Нет, давай лучше пододеяльник. Что хочу сказать насчет однотипных кафешек, когда вы говорите, что оскомину можно набить. Не знаю, здесь такие, мне кажется, Пьер очень интересная кафешка, нестандартная. Не шишек набить. Переживаете пододеяльник с картошкой. Все. Нам пора домой. Кристине надо учиться, еще уроки, все это. И вообще домой надо, да. Так что мы отсюда с вами прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего вам светлого, доброго, хорошего, вкусного. Балуйтесь.
всегда любите себя. До следующего видео. Калистанар. Вас там обнимаю, люблю. Пока-пока.